года, мы так соскучились, друзья! Так соскучились, приехали сразу и почувствовали себя тут, ну, прям как дома! А чего так напряглись? Не-не-не, мы не беженцы. У нас вот даже вот обратные билеты есть, а? Женя, что ты им аттестат из института тычешь? Вообще-то, Серега, я этот институт в Сирии закончил. Так, не пугай людей, пожалуйста. Команда «Гвоздикуй» просто поехали! Приехали! Куда не поехали, все приехали. Серега, что случилось? У меня туфли украли. Откуда? Из гримерки. Ну, приветствие, нельзя же на этом останавливать. Давай, ты объявляй, а мы поищем. Ну, только найдите. Начальная скоростной зарисовочки свершилась. В школе трудовика и физрука закодировали. Я скучаю. Я тоже. Сами водят автомобиль. И специально для них был изобретен чисто женский GPS-навигатор. Итак, презентация первого в мире чисто женского GPS-навигатора. Добрый день! Вас приветствует женский GPS-навигатор. О, у вас такие длинные ресницы. Поверните ключ зажигания по часовой стрелке. По часовой стрелке это от себя. Ты супер! Эта помада тебе очень идет. Теперь включаем левый поворот. Выключаем дворники и включаем левый поворот. Начинаем движение. Запрещающий сигнал светофора. Плавно нажмите педаль тормоза. Включаем аварийку, звоним Ашоту, плачем. Ашотик, тут дерево на меня наехало. На концерте Элтона Джона. Привет. Ору. А, вы только послушайте. Сегодня в Таллине родилось 3 мальчика и 4 девочки. А у меня украли туфли. Поздравляю. Самая страшная смесь для мужчины – это водка с пивом. А для девушки – это 6-й айфон и зеркало в туалете ночного клуба. Итак, представьте, в туалете ночного клуба «Голливуд». Хлеб, успокойся. Зеркало. Давай сейчас реснички подведу. А я губки подкрашу. Ой, блин, кто придумал эти роллы с гречкой, вообще не понятно. Чё? Ритуал? Ритуал. О, Ленка! Ничего себе! Плюс 2 сантиметра, это чё, ботокс? Да какой? Вчера леща вяленого с пивосом давили. Слушай, чё? Короче, я себе сделала ретро-татуировку. Пакеш, пакеш, пакеш. Дзынь! Нифига себе, это чё? Сталин? Офигеть, ретро. Смотри, прикол. Сталин без усов? Как ты это сделала? Складки. Где брала? Жрала. Ленка, у нас там еще полбутылки мартини осталось, пойдем допьем. А ты, кстати, не знаешь, что нам по математике задавали? Не знаю, я еще домашку не делала просто. Бабушка у подъезда. Алкоголик пошел! Наркоман пошел! Проститутка! Сама вы проститутка. Лучшая в районе! Thank you.
осень холодает, а скоро наступит зима. И вот представьте себе, зимой девушка пригласила парня к себе домой на чашку кофе. Сережка, к черту кофе! Я за вином, ты здесь располагайся. Победил кобру. А сейчас, друзья, представьте утро в городе, в котором абсолютно у каждого человека вчера был секс. Итак, утро, общественный транспорт.
дорогие... Так, что там, Серега? Вот они. Кто? Ну, туфли. Какие туфли? Ну, которые у меня из гримерки украли. Пацаны, вы долго там? Сюда летите. Вот они. Кто? Туфли. Какие? Ну, которые у меня из гримерки украли. Ребят, вы вообще-то здесь не одни. Тихо! Что? Сюда летите. Вот они. Кто? Туфли. Какие туфли? Которые у меня из гримерки украли. Нашлись, родники. Вот они. Вот они, нашлись. Вот они. Вот они. Что вы не украли? Серёжа, это женские туфли. Ну а что ты ведь хотел? Европа. Ну и какие жена сказала купить, я такие купил. Друзья, что хотелось бы сказать в конце. Куда бы вы ни поехали, помните, что вас всегда ждут дома. Ну, вас или туфли. Команда «Великая просто», спасибо! Спасибо!